Спасибо.
Ты выиграл Олимпиаду, выиграл 3 чемпионата мира. Сейчас на старте вторая Олимпиада, если вдруг, дай бог, чтобы россиян допустили, голод твой иссякает или, ну как думаешь, после Олимпиады, что будет? Не знаю, вот его спросите. Знаю. Да, да, да. У него откуда такая мотивация, чтобы продолжать дальше работать, и он показывает свой класс всегда, и он для нас является большим примером, потому что он рядом с нами тренируется, и мы также мотивируемся всегда. А голод, он человек, я люблю соревноваться, люблю этот вид спорта, люблю каждый день приходить в зал и отдавать себя полностью, вот это все меня мотивирует, и хочу, опять же, самый лучший вид – это когда стоишь на высшей ступени пьедестала и можешь полной грудью вдохнуть. Вот это, я не знаю, не ощутил еще лучшие эмоции, чем стоять на высшей ступени пьедестала. После окончания тренировки ты отдельно схватку провел с Хидиром Сайфутдиновым. Почему его выбрал, почему эта схватка состоялась? Ну, я был в Италии, была тяжелая дорога, как-то так сложилось. Приехал и в начале тренировки, как будто я где-то в космосе был, не чувствовал себя хорошо, и он меня, грубо говоря, раздолбал. И я посмотрел, хороший парень, крепкий такой, и решил с ним повозиться после тренировки, прочувствовать все-таки. И вот так вот решил после тренировки, не смог просто так уйти, взять поражение и уйти. Хотел, да, ревочировать хотел. Но получилось. Thank you.
Она из-за меня, из-за нас сюда прилетела, и как я не мог просто отказать. Я сам был в Италии, мне визу дали на маленький срок, полетел, так обязательно надо было заехать в страну. Заехал, приехал я в Кутаиси, прилетел, оттуда 6 часов домой добирался. Я вчера рано утром приехал домой, чуть поспал и уже выдвинулся сюда, чтобы встретиться с ней, с ребятами, чтобы показать ей что-то хоть. И просто человек из-за меня прилетел, и как без внимания ставить. А я, если честно, очень сильно удивился. У нее нету тренера, и она сама выучила борьбу. Она мне говорила, что смотрела мою борьбу, Аббаса борьбу, Заура борьбу, и она вот так по Ютубу выучила и научилась бороться. Очень сильно удивило то, что у нее очень большие знания, она очень хорошо знает борьбу. Я с ней практически так чуть-чуть повозился, и она очень хорошо работает. И я думаю, что в ближайшее время ее никто не выиграет. Она такая фанатка и дисциплинированная. Спасибо. Спасибо. А как будет по-японски спасибо? Аригато. 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 Так, как с руками?